Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 812. Масса 1 кубического сантиметра алюминия 2,7 грамма, а масса 1 кубического сантиметра свинца 11,3 грамма. Какой кубик тяжелее? Алюминиевый с ребром 3 сантиметра или свинцовый с ребром 2 сантиметра? Куб – это параллелограмм, у которого все стороны равны. То есть алюминиевый кубик с ребром 3 сантиметра – это значит длина, высота и ширина кубика 3 сантиметра. Найдем объем алюминиевого кубика. Для этого длину умножить на высоту и умножить на ширину. А так как все эти измерения равны, мы 3 умножим на 3 и умножим на 3. Будет 27 кубических сантиметров. Это объем алюминиевого кубика. А теперь найдем, какова масса этого кубика. Так как масса 1 кубического сантиметра 2,7, чтобы узнать массу 27 кубических сантиметров, нужно 27 умножить на 2,7. Итак, 27 умножаем на 2,7. Умножаем. Получаем 72,9 килограммов. Это масса алюминиевого кубика. А теперь узнаем объем свинцового кубика. Так как кубик с ребром 2 сантиметра, то есть длина, ширина и высота свинцового кубика равна 2 сантиметрам, чтобы найти объем, надо 2 умножить на 2 и умножить на 2. Получаем 8 кубических сантиметров. Это объем свинцового кубика. А теперь найдем его массу. Масса 1 кубического сантиметра свинца 11,3. Чтобы узнать массу 8 кубических сантиметров свинца, надо 8 умножить на 11,3. Умножаем. Получаем 90,4 килограмма. Это масса свинцового кубика. А теперь сравним две величины. Массу алюминиевого кубика и массу свинцового кубика. То есть 72,9 и 90,4. 90,4 больше, чем 72,9. Значит, масса свинцового кубика больше. То есть свинцовый кубик тяжелее. Можно записать ответ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.